уже есть хавка, иди жри. Вот урод. Ладно. Ой, извиняюсь, что был не очень громкий звук сейчас, потому что я отодвинулся и даже не заметил этого. Яс. Все. Ха-ха. Ну, здравствуй. А, ну... Короче, Фроги сейчас будет бежать. Фроги, машина. Машина, Фроги. Бабах, тут закоротило, короче, искра. Топ, короче, шарах, бабах, все. И ливень. Классно, можно ливень включать. Офигеть теперь. Спасибо, Фроги. Останешься здесь навечно рабство. Или пока тебя не освободят люди. Вот теперь я понял, мы должны наполнить ту канаву водой, всплывет бревно, короче, и мы поплывем. Теперь будем ждать. Кстати, вода довольно-таки быстро наполняется. А что если перелить воды? О, мне даже интересно. Да, конечно, вода больше не набирается. Ага. А, вот она даже так. Ну, ясно. Хорошо. Тогда, пожалуй, сделаем так. Пусть разберемся. Слегонца толкнул и полезем. Так, тут все разберем. Ну, бывает, блин, ну... Кажется, я понял. Все, Фроги уже ждал дождя. Мне интересно, как они электричеством дождь вызывают. Хотя это сон. Все, понятно. Так. Походу, эту штуку нужно отодвинуть. А, ну я понял. Я туплю жестко. Мы должны подвинуть бревно в центр. Примерно эту штуку. Залить. Наполнить водой бассейн. Спокойно перейти. Вот. Что ж, ждем. Пока можем покататься. Все, бассейн наполнен. Бегу. Прыгаю. С разбегу, и я не долетел, потому что лалка за бревно слишком далеко. Я долетел, вот теперь мы точно прилетим. Заметьте то, что во второй руке мальчика тоже изгибается цепь. Меня прям радует физика игры. А, я успею. Yes, все, мы перешли. Бассейн. Побывали в царстве теней, победили Спуди. Хотя Спуди тоже тень. Так, это отходы, как я понимаю. Грязь, нечисть. Мы можем залезть сюда и утонуть в дерьме, в общем-то, каком-то. На обвисшие водоросли тоже не очень приятно прыгать, но лучше так, чем туда. Что ж, держали. Что, мы уже прошли этот участок, да? Ну, нормально. Я качусь в какой-то коллектор. Что, тоже бывает. Думаю, сразу стоит толкать ящик перед собой. Так, что-то не нравится тут сверху штучка. Рычаг. Ага. Что, если толкнуть? Я перекрыл, да? Я молодец. Нет. Рычаг, откройся! За что? Ну ладно. Пробуем еще раз. Очень быстро открываем вниз. Я успею. А куда же дальше бежать, я не знаю. А вот тут на ящике надо бы подняться, я понял. А вот теперь мне полный пипец.
будем прыгать. Прыгать. Радостно скакать. Даже звук глушится под водой. Класс. Реально класс. Если мы успели добежать до лестницы, я думаю, мы... А потом, короче, место нам МПК закончилось. И вот такие пироги. Поэтому и лагало. И выключил запись. Так вот, я поудалял кое-что там. Несколько игр. Поэтому сейчас должно все получиться. Потому что я освободил один с лишним гигов. Вы не представляете. 4-минутный ролик весит 4,5 гига. Фрабс жрет место, как непонятно кто. Это ужасно. Вот, что я вам скажу. О, господи. Yes. Гениалити, как я успел заметить эту ручку. Офигеть. Да. Класс. Я же говорил о том, что тяжело бывает заметить эти ручки. Отлично. Интересно, ящик раздавит или нет? Думаю, мы это сейчас увидим. Если успеем выжить. Нет, не раздавит. Хм. Плывем дальше. А, он постепенно набирается водой. Вот оно что, там какой-то живой организм, походу. Ну да ладно! Ну почему? Почему? Сейчас снизу начнем. Шикарно. Так. Отключи. Поднятие. Передергивание. Отпрыгивание, запрыгивание, запрыгивание, перепрыгивание, поплавывание. Чуть-чуть так. А, так, нужно максимально быстро зацепиться за эту лестницу. То бишь сейчас. Все, теперь залазим, бежим к тому. Я офигенно, потерял время в прыжке. Возвращаюсь. Ставлю максимально близко к стенке, залазим, жду. Ждем-с. Так, начинаем плыть. What the fuck? Организм начинает захлебываться. Причем жестко. Получается запрыгнуть, еще раз получается. Запрыгнуть, все, шикарно, я бегу! Чего мне надо сделать? А, ну, я так и... Ага. Давайте сделаем кавабан. Просто кавабанга! Вот это да! Ты номер. Классный угадал. Начинается музончик. Лимбовский музончик. Воу-воу-воу-воу. Тут тоже, короче, вода и, короче, мне пипец. Все, задохнулись. Нет, зачем я это сделал? Yes, я успел запрыгнуть. Я понял, вода тоже здесь набирается. Не совсем есть это хорошо. Теперь, как я понимаю, нужно забежать быстро на тот ящик. Короче, сесть на него и поплыть дальше. Прям плавательный летсплей какой-то. Паукобительный плавательный летсплей. Вау, как его вытывало, короче, выпружнило. И такие... А, я понял, ну, короче, нас сейчас опять бьет, потому что шарик плавает, а мы не плаваем. Ящик этот тоже не плавает, на котором я стою. Шарик должен был его вытолкнуть. Ну да ладно. Лимба уходит на дно со своим кораблем. Повторим традицию. На шпагат сел, ее красава. О, ладно, еще раз. Короче, нужно ящик сразу толкнуть вправо. Видите, здесь даже наклонность имеется, в которую он может выскочить и покатиться. Его сейчас оторвет. То есть это буёк. Видите, снизу на цепи. Сейчас вот буёк. Все вырвало. Теперь надо его успеть затолкать туда просто. Что-то толкнуть и залезть назад. А-ха-ха, ну за что? Я понял, нужно чуть-чуть. Чтобы можно было подойти к шарику. И даже по поля. Примерно так. А, ну мы просто можем ударить его затвор. Ч
ошибаюсь. Она быстро очень двигается. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ты давай это туда. Туда давай, чувак, давай, да, давай туда. Пацан, давай туда. Все. Я успею твою дивизию, да, только шарик не доплыл. Ха-ха, за что? Покатаемся с водных горок. Блин, вот это, блин, бесит. Окей, окей. Я понял, что нужно сделать. Специально сделали, что он выпрыгивает. То есть я должен вовремя подсунуть под него вот эту вот защелку и... Оп! Вот что нужно было сделать, а я затупил. Пытался ей его ударить. Шикардос вообще. Так. В море синий виден буй. К нему плывет какой-то дядя. Вот теперь мы поплывем наконец-таки. Ура, 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 товарищи. Мы плывем на буйке. Можем его назвать так, там лампа. Неплохо. Короче, нужно будет сейчас очень быстро бежать вверх. А, нет, вода остановилась, походу. Нормально. Стоп, я вижу рычаг. Ну, короче... А, нет, хотя вроде все правильно сделал. Я думал, мы сейчас тонуть будем опять. На буйках там плавать. Так, ну... Вот тут я серьезно не понимаю, что нужно сделать. Блин. Чёртов рычаг. Офигенно. Ну ладно. Надеюсь, долетим. По-хорошему надо было подтолкнуть его чуть-чуть. Хотя не долетел бы. Ну, да ладно, yes, получилось. О-хо-хо. Кабабанга! Ну, думаю, тут чуть-чуть подтолкнуть можно. Не долетит. Долетел. Я удивлен. Ах вы чертовы мозгочерви! И тебя раздавлю. Ха-ха. В коллекторе довольно тяжеловато, ребята. О, нет. Иди нафиг. Лучше так, чем червь в мозгу. Ладно. Классно. Просто шикарно. Вообще замечательно. Тут я вообще не понимаю, что мне делать. Ясно. Ну, сейчас все сделаем. Хотя нифига не ясно. Хватай, хватай, хватай. Может, я успею? Я не знаю, что здесь делать. Чертов коллектор. В данный момент... Высыпали какие-то помои. Балки какие-то. Может просто подождать, пока они заполнят там все. Три раза они успели высыпаться. И нифига не произошло. Я не знаю, что делать. Давайте попробуем. Просто разбежаться и такие... Блин, я даже не видел этих штук, которые высасывают червя из мозгов. А вот что можно сделать. Я,
Сейчас все будет, господа. Итак, попытка номер два. Бежим. Так, просто... Да, я успел. Я молодец. Сейчас червь поймет, что мы не можем там пройти. И просто жестко лоханется. Хотя, ну мы можем сделать так. Так, и тут. Мозгочервь, выходи! Уходи, мозгочервь! Уходи! Уходи, мозгочервь! Они боятся света, хоть и сами светятся очень странно. Мозгочервь, уходи! Йоу-йоу-йоу! Может в этом дерьме попробовать искупаться. Лимбо любит это дело. Воу! Неожиданно. Уходи, мозгочервь! Короче, мы что-то сломали. Короче, все, нам пипец пришел. Че надо залазить на плавательную штуку? Да ладно. Хотя, видите, справа наклон. Ее сейчас, видимо, просто вода вытолкает. Все будет окей. Да, ее сейчас вода просто вытолкает вот так вот по наклону вверх, и мы на нее перепрыгиваем, и такие вверх. И червяк такой, уходи! Вернее, я червяку, уходи. Вот, и он уйдет. Ха-ха. Чертов лимбо. Не выталкивайся же, блин. Сейчас она побыстрее пойдет, когда полностью под воду погрузится. Вот, отличненько. Главное, на колышке не этого с ней. Не наткнуться, короче. Господа. Я не знаю, что здесь делать. Он не хочет больной. Во всем виноват мозгочервь. Я не знаю. Это был бред. Потому что я прыгал вправо, и он не хочет. Он реально не хочет. На ящике остался. Нет, нас раздавит. Бывает. Подождем. Как же надоело ждать. Вот, блин, чертов лимбо. Ненавижу лимбо. Бесит он меня. Он не хочет, блин, прыгать. Да какого ж ты черта не хочешь это делать? Я его не понимаю. Что? Почему? Почему, блин? То какого черта? Господа, я продолжу запись до того момента, как выплывет эта коробка из-под воды. Я понял, ребята, нужно было быстро вернуться, короче, сюда, потом бах, такие. Вот, ну и умереть. Вот, смотрите, короче, нужно быстро бежать. Теперь на свет. Так как червь нас ведет только влево, мы теперь можем опять умереть. Вот, мы должны вернуться к тому источнику света, чтобы червь повел нас в другую сторону, и только тогда, потому что он так медленно и набирается, поэтому тогда мы сможем перепрыгнуть на ящичек, который справа. Поняли мою идею, надеюсь, да? Вот, если я успею, а я надеюсь успею. Да, я успеваю, класс. Все, теперь червячило нас идет вправо, согнулся буквой Г просто. Все, жду. Жду. Все, перепрыгиваю. Рано я очень перепрыгнул.
вот, господа, мы продолжаем. Прошло просто 100-500 попыток уже. Ой. Нужно дождаться предела. И тогда вот примерно сейчас надо прыгать. Теперь разбег. Все, хавайте, хавайте, хавайте. Все, отлично. Наконец-то вернулся нормальный лифт. И, как я понимаю, мы выбрались из коллектора. Наконец-таки, блин. Долго лазить было в нем. Мы поехали, мы бежим по какой-то крыше дома. Ой, чуть не упал. Хотя, да, классно. Отлично. Что ж, ребят, я думаю, я и так... Вау! Латынь! Офигеть! Ладно. Класс, вот этот момент просто шикарен. Вот это момент. Мне прям нравится. Нам нужно уловить интервал возгорания. Букв чертов. Чертовых. Классная. Вот прям, блин, в последний момент. Окей. Ждем раз. Потухло. Ждем два. Потухло. Да блин! Мне нужно перепрыгнуть на букву О. Либо пробежаться внутрь. Может попробовать просто сигануть вниз от безысходности. Да, мозговом крещета. Хотя, что если... Сама вверх. Сигнуть. Вот сюда. Ага. Занятно. Есть! Уже неплохо. Даже если я знаю, что теперь делать. Мой любимый казанчик. Эй! Шикарно! Так. Все, сейчас я перебегу эту надпись, и, ребятки, мне нужно будет выходить. Мы и так с вами просто дофига поиграли. Я думаю, это даже смотреть никто не будет, потому что слишком много. Ну да ладно. Все-таки сниму. Логика же. Нет! Что? Жив? Ну почему? Запарился. Должно быть, это будет самый длинный мой летсплей. Метро там било все рекорды, теперь еще и Лимбо. Так. Что я могу сделать теперь? Получается, вернуться еще раз. Сигануть сюда. Подняться, получается, перебежать по букве L и запрыгнуть на стрелку. Офигеть.
Уже запарилась. Так. Я прыгнул, залез все-таки. Долетел до буквы Т. Ха-ха. Л. Шикарно. Нет! О, ес! Все, мы перешли надпись. Бегать перемотки, реально видео бы шло час. Вот я прыгаю на стекло, короче. Всем пока, с вами был я, Чупа Хардкор. Подписывайтесь на канал, если хотите. Закончить фразу Ильича. Пока!